Да, ребятки. Всем здорово-здорово, дорогие друзья. С вами канал Треведном. И сейчас, знаете, ребят, я хотел бы честно сказать, я слегка немножко сейчас переживаю за то, что будет происходить в ближайшие 2 часа. Ну, точнее, через 2 часа кое-что произойдет. О чем, собственно, вы даже и не догадываетесь. Но я сейчас объясню, что за хернотень. Фу, спокойно. Я сейчас реально просто переживаю. Итак. Я просто в надежде на то, что это будет работать нормально. И внутри микрофон будет работать четко, нормально и ясно. Кажется, некоторые из вас уже догадались, что я хочу сделать. Не, микрофон-то у меня есть, все нормально. Правильно, ребят. Я говорю о новой экшн-камере. Это не новое, если что, это уже была вон сломана, это та самая камера, через которую я снимал недавно ролики по катке за 30 секунд, все такое. Камера достойная, хорошая, интересная, но вот минус был в том, что убит микрофон здесь. Я... Ну, насколько мы помним, мы ее, по-моему, взяли за 3000 рублей. Скорее, 3,5. Где-то так. Так. Стоп, я сейчас жестко переживаю, потому что вчера я заходил в Эльдорадо, решил глянуть, что по экшн-камерам. Я думал, там одна за 10 тысяч будет стоять. Нет, я такой, типа, да ну нахер ее, блин. Но вчера я зашел, а там прям целая куча уже новые завезли. Но ценники там я не видел, что экшн камера какая-то там за дохера денег, но там они все начинаются от, ну так грубо скажем говоря, от 1900, то есть от 2000 до 4, до 5 там примерно. Я так и думаю. Психануть ли бы мне сейчас и взять камеру за 3990? Ибо же достать камеру в 4К. Там есть камера за 4К и примерно ценой в 4-5 тысяч рублей. Примерно. 4-5 тысяч рублей. Давайте так, ребят. Пишите в комментарии цену от 2000 до 5. За какую цену я возьму сегодня камеру. А может быть и не возьму. Я хер его знает, но... Зачем мне сейчас вот это с собой? Я хочу включить, перед тем, как мне будет показывать экшн-камеру, как она работает, как включается, чтобы мне понять было. Потому что там какой-то еще один экран спереди или что-то такое, я не знаю. У Данила всем есть камера, но у него там тоже такая фигня. Камера типа спереди, вся такая херня. Я в смысле говорю не об этом. О, экранчик, который, он тоже спереди есть. Я не знаю, зачем он, но, наверное, для того, чтобы понять, что показывает все правильно, чтобы все видели, что это работает, не работает, там, это ясно. Но там включение, выключение, функции всякие особо новые, нежели вот это. Вот это гораздо проще. Это то же самое, что и самая первая, старая. Та, блин, капец просто. Я не знаю, пацаны. Та была за 1500. А, 1700, по-моему. Да, 1700 примерно. Вот это уже за в 2 раза больше. То есть 1700 на 1700 у нас получается 3200. Или 3400. По-моему, 3400. Где-то так. В общем, я не шарю в математике, но это хер с этим. Короче. Неважно, ребят, какая цена,
на экшн-камеры. Важно, чтобы там работал микрофон абсолютно нормально. Чувствительность, все, звук голоса, вот это вот свисты, чтобы это было все слышно, но не так, как было здесь. Вы же помните, когда я что-то пытался говорить на эту камеру, просто бас бьет вот так в уши. Я в надежде на то, что все будет в полном порядке. У меня на счету 10 тысяч рублей. Пишите мне, пожалуйста, в комментарии. Я хочу вас услышать, ребят. Брать или не брать? Есть люди, которые скажут, если у тебя есть вот такая камера, в принципе, она нормально показывает. И здесь... Ну да, тут тоже написано 4К Ultra HD, но нет, здесь не такой кадр. Здесь нет никаких 3290, вот эта вся херня, высокие кадры. Я сейчас просто захожу, тут 1080R на 60 стоит. По настройкам, мы сейчас заходим, качество видео. Итак, идем на самый низ. 720 30 fps, 720 60 fps, 720 120 fps, это уже прям да какая-то такая лютая фигня. Мы сейчас проверим. Ну, 120 fps, это прям такое себе. 1080 300 fps, 1080 60, 2,7к, то есть 2,5к, 300 fps, 4к, 300 fps. Я не знаю, у меня батарея садится, я не буду сейчас тратить, но я хочу реально увидеть, что там реально что-то качественное. Зачем я возьму эту камеру с собой, вопрос. Я хочу не только хорошую камеру, ну то есть микрофон, но и взгляд на камеру, чтобы руль, все абсолютно было видно. Широкий обзор камеры, чтобы я видел полностью трассу на кадре, когда буду пересматривать, что там было, ошибки какие-то, не ошибки. Самое главное, чтобы она в пиксели вот это вот не превращалась постоянно. Как у Данила Мельникова это было. Вот если смотреть сейчас на видос Данила Евсеева, кстати говоря, у него вот эта вот квадратная камера, у него микрофон довольно-таки прям нормальный. Самое, что я заметил, когда он мне скидывал ВКонтакте видосы, где он съезжал утром на змейке с церкви, и я прислушался к одному интересному звуку. Сверчки. Или какая-то там херня, вот это вот. Постоянно шуршит что-то такое в траве прям. И вот я эту херню прям четко слышу. Я смотрю, прям думаю, вау. Прям камера нормальная. Но скачивал я, конечно, хоть и на всю, но здесь кадр немножко... Ну да, интернет, в принципе, не позволяет скачать тебе прям на ультра качество. Как-то так, пацаны. Ну и все его, в принципе, нормально. Камера, широкий обзор. Вот я сейчас смотрю видос. Вы, наверное, слышите с наушников пару этот звук. В общем, я не знаю. Шлемак у него замечен сразу. То есть захватывает весь широкий обзор вот так вот. Руль на самом деле не так часто виден, но зато он хорошо камеру на сто поставил так, чтобы он видел всю трассу. То есть я спокойно вижу, как дорожка видна впереди вдалеке, прям вообще спокойно. А то, что у меня на трассе за 30 секунд, вообще нихера не видно, просто пол дороги вот так вот. Руль и пол дороги вот так вот, нихера не видно, просто вот так вот, пол дороги именно. Все. А там мы больше ничего не увидели. Никто не знает, что там впереди такое. Я просто еду и полдороги вот так видно, все.
Поэтому, ребят, херачим новую экшн-камеру. Я понимаю, что пиздежа очень много. Это в моем стиле. Я уверен, что вы привыкнете к этому. Простите. Простите, ребят. Ну, кстати говоря, сейчас... Да что ж такое там, мать твою, второй раз за камеру? Стоп. Я сейчас один понял, что я когда маску тогда снял, хотел показать, я закашлял. Я маску взял, закашлял. С какая-то проклятый мой логотип три в одном, блин. Проклятие какое-то на мне стоит, я не знаю. Надеваю вот так вот. Хотя на самом деле маска маленько одевается неправильно. То, что эта херня здесь, она должна надета быть вот так. Все четко видно. Три в одном и какая-то херня. Херня, которая стоит до хера. Такое ощущение, что в магазин доктор зашел. Таблетки выписываем, нет? Я понял. Ладно, ребят. Движемся в магазинчик. Зачем я это затеял? Пинту потратить 10 тысяч рублей. Зря. Страшнее и страшнее подъезжать к этому магазину. Сердце ёркает нехило так. Блядь, не потому что у меня тут подъем. Нихуёво, блядь. Блядь, это пиздец. Минус 4К, блядь. Может нахер домой вернуться. Чё, придется? Не, вначале надо посмотреть, что там будет, а потом уже возьму или нет, посмотрим. Пацаны, я, конечно, ничего не хочу говорить, но это капец. Да, обидно. Ребят, если честно, это, блядь, полный пиздец. За 4К я забрал экшн-камеру. Блядь, ну это пиздец, реально. Пиздохуй домой. Ну что, пацаны? Я двигался к этому. Я двигался, двигался. И пришел. Камера. Без микрофона. Обидно, жаль. Но на этом это все не заканчивается. Я вам представляю новую камеру. Ценник, конечно, возможно, вы знаете уже, какой там. Вот кепец. Ну что? Представляем вам новую камеру. Ну что, я надеюсь, что все готовы видеть, что же это такое. Мне прям очень безумно интересно, что это за камера. Итак, 4К, казалось бы.
Дисплей 320-240. Это вам не Nokia 5130, этот, который старый Nokia, но вы поняли. У него как раз разрешение 320-240. А еще 1140, какие-то там... я забыл. А, 240, 1640. Точнее. Сейчас совсем дебил, в натуре. Короче. Видеозапись. Резолюция 4К. Разрешение 3840 на 2160. Это 4К. 30 FPS. Обидно, обидно. Там была камера, кстати говоря, за 9990, 120 FPS в целом. Почему я не взял ее? Но это слишком дорого на самом деле. Но к этому мы придем, наверное, попозже. Если вдруг с этого что-то случится, и тогда мы уже возьмем еще лучше. То есть, я считаю так. Подписчики подписываются, я двигаюсь дальше. Я зарабатываю, покупаю одно, и нужно что-то покупать еще дороже, и что-то еще. И так и надо двигаться дальше. Нельзя останавливаться на одном и том же, но это будет не смешно. Несмотря на то, как я в Network Speed Porsche лет 30 уже гоняю. Какие лет 30? 15 лет. Но сейчас просто дальше. Полный HD, понятно. Full HD 1920-1080, с именами знакомое разрешение, 60 FPS. Гениально. HD 1280-720, самое простое, оригинально, 120 FPS. Это уже потом узнаем все. Ну, это все остальное понятно. M4, MP4... все понятно, батарея 900 часов, 150 минут видео, Recommended Mod, microUSB, согласованию ставить нужно 64-гигабайтовую флешку, вот. Ну прикольно, ага, я понял. 170 градусов, кстати говоря. Это гораздо... это чуть-чуть больше, чем вот это вот. Я не помню, сколько моя, но... если искать и смотреть... я уже реально не помню. Там то ли 150 градусов, то ли 160. Здесь гораздо больше. Аккумулятор... до 150 минут видеозапись, ну это понятно. Цвет черный. Ну что, распаковываем, пацаны. Самое главное — это аудио четкость. То есть я не разбирался, что здесь написано. Ну да, здесь все полное разрешение. Что да как? Дубл скрин, это понятно. То есть еще один экранчик я специально. Так, сейчас запись видео. Микрофон встроенный. Динамик встроенный 0.5 BT. Походу опять говно. Да не, не может быть. Если стоит еще чуть дороже, чем это, значит камерка там должна быть гораздо лучше. Вау, нихера себе, тут у нас запасочка подлетает такая. Классно. Вот сама сперва мы достаем то, что нам самое важное, это... сама экшн камера. В принципе, экран такой же маленький. Но что насчет за 9000, там да, вы видели, кстати. Вот там прям пипец. Ах, как же я боюсь этого момента, когда просто сейчас выпадает. Блин. Да, кстати, привычка тут нажимать сверху, но здесь экранчик такой есть. 4К, вся херня, вот. Это очень классно, реально. Так, включаем.
Его, по сути, надо зарядить. Они все севшие. А, мне ноготь сломаю сейчас. Да, блин, как его открыть-то? Ага, все, так, отлично. Сон высовываем. А, зарядка, ага, все, я понял, такая же, как и на этом старом. Все ясно. Хорошо, что это замыкается хорошо, сам этот. Нужно, ребят, заряжаться. Позже узнаем, что там, да как. Поехали. Я понял. Поставил на зарядку, он сразу включился. Ладно, это понятно. Так, ну, по сути, разрешение здесь... Да ну какой Wi-Fi нахер? А, то есть, получается, здесь нельзя приближать. Так, я понял. Так, хорошо, дальше. Очень томная, почему там? Ну, это понятно. Запись звука, да. Качество видео. Все показывается то же самое. То есть здесь мы видим 2,7К, 1080. Все то же самое. 720 FPS. Это... Да, тут почему-то вот эта мелькающая фигня, значит... Так, угол обзора... Широкий. То есть здесь есть выбрать что? Это уже интересно. Так, ничего пока не поменялось. Сейчас узнаем. Так, узкие. Выключим обратно. Идем. Засмотрим. А, все, я понял. Она так и должна быть. А, так. Нам нужно будет ставить сейчас карту памяти и попробовать сказать на него что-нибудь. Я просто боюсь, что то, что будет происходить, просто, блин, она сдохнет. Это будет капец как обидно, пацаны. Максимально просто. Ставлю. Встретил друга, говорю ему, камеру взял за 4К, он такой, ты что, дебил? Ну какой 4К? Камера 4К за 4К. Класс. Отлично, вставили, все супер, все замечательно. Так, у нас есть 11 гигов, вполне что и нормально. Так, я сейчас перехожу сюда и делаем момент истины. Итак, сейчас момент истины. Я просто не знаю, что там. Я, пожалуй, это послушаю, а потом покажу вам, ребята. Готовы, да? Я прям боюсь. Обидно. То же самое.
А теперь сейчас заглянем на то, что я там включал его в 4К. Прям вообще жестко, блин. Лучше ставить 1800, 700. Ну, этот, вы поняли. Я не знаю, возможно, я ее зря взял, пока понятия не имею, но пока я не увижу результат на велике, там, по трассе, например. Короче говоря, я сейчас вначале попробую настроить так, чтобы услышать четкий звук, а потом вам показать. Ничего, готово, пацаны? Нет, я точно готов. Поехали. Вижу какие-то помехи, пока не понимаю, что это. Я даже не знаю, что там, но очень интересно. Вижу, записывает. Я прям боюсь, что там. Очень все хреново. Прям боюсь, пипец как. Че, ребят, готовы? Я пошел слушать. Ну, короче, вы поняли. Обидно прям, конечно, но попытаться улучшить звук у меня не получилось. Вообще никак даже. Это капец как обидно. Но только ухудшается все. То есть слишком громко становится, непонятно что там. Но только слишком сильно ухудшается. Но что насчет камеры, пока непонятно. Определим, а лучше она или нет по фрираду, поэтому как-то так, ребят. Минус 4К, минус микрофон, плюс камера. Ну, посмотрим, узнаем дальше, будут результаты. Всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы впервые, забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставлять ваши комментарии, всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока, друзья.